Друзья, привет всем! Мега бешеный араб Райдин выходит на новый уровень. Казалось бы, да? Куда еще выше, куда еще жестче. А вот куда, друзья мои, посмотрите, что он вытворяет. А сегодня, в данном видосе, он впервые сядет за новый девайс. iPad 11 Pro 2022 года. Странно, что не что-то прям вообще супер свежее. Ну и вообще, я думал, что он и так играет на чем-то таком более-менее последнем, но оказывается нет. Все это время у него был более старый девайс, и вот он обновляет себе конфигурацию, так сказать, и начинает из-за этого тащить еще сильнее. Сам Райдин сказал, что ему очень понравилось, что вот он прям кайфанул. Вы спросите, как я это понял? Ну, во-первых, у меня 10 Оксфордов по всем языкам, а во-вторых, я в названии Google переводчиком посмотрел. Вот, как бы здесь примерно такая тема. Ой-ой-ой, на последнем ХП выживает и перестреливает оппонента тут же. При этом хавает большую аптеку и чувствует себя уже поувереннее, но соперник был неплох. Напоминаю, конечно же, друзья мои, что это ранг Ас-Доминатор. На другом данный месье в принципе не играет. И что лично мне нравится, то что он вообще не парится по этому поводу. Знаете, вот, ну, видно, что человек заходит именно поиграть, что ему и на ранг плевать, и на еще какие-то темки. То есть он там не трясется за каждый ПТС. Нет такого, что ух, боится как-то играть. Там, знаете, лишний раз не собирается умирать. Нет, ему вот скажут там на стриме: а давай челлендж с дробовиками. И он не будет там, как кто-нибудь, знаете, такой: сейчас, подожди, я перезайду в аккаунт, чтобы там ранг не сливать, какую-то херню. Нет, он говорит: да давай. И прям в этой же катке начинает играть с дробовиками. За это респект. За это прям огромнейший и жирный лайк ему. А, конечно же, друзья мои, я хочу напомнить вам, что спонсором сегодняшнего ролика является компания 1X. Самая надежная и с самыми лучшими коэффициентами. Если вам нравится наблюдать за спортивными и киберспортивными матчами, вы хотите улучшить свой интерес и подогреть эмоции, то в закрепленном комментарии под этим роликом вы сможете найти ссылку. Там по промокоду Ирокез вы получите до $520 бонусом. Я желаю вам всем только удачи, только побед и только самых выигрышных ставок. Поехали, 9 фрагов есть. Здесь можно, в принципе, вот уже добрать 10-й. Просто делает ему небольшой фистинг for 300 бакс. Слышно было соперника на крюке. Нужно быть осторожным, но Райдин и так это прекрасно знает и сам все замечательно слышал. Держит его на мушке АВМа. Слышит, что соперник перепрыгнул через окно. Дал ему такой шот, знаете, просто чтобы не расслаблялся. Навики у него 50 патронов, поэтому уж точно хватит на все. Можно расстреливать как угодно. Дает префайр, сам получает по щам, но раздамажил соперника сильнее. Здесь, посмотрите, враг выходит и подрывается на канистре. Но не смог. Не смог его, к сожалению, Райдин взорвать. Ну, тогда просто застрелил Сауга. Кстати, чела зовут Барбарик. Найс никнейм. Да, я ж правильно прочитал. Ну да, Барбарик. Окей. И еще двое забегают, судя по количеству ног, по количеству шагов. По звукам. Райдин опять же пытается их поймать с авиком. Вообще вот использовать снайперские винтовки на такой ближней дистанции — это довольно неожиданная и прикольная, эффективная тема. Я помню, что еще в ПК PUBG Рекрент вот такие штуки наваливал, накидывал. То есть, ну, очевидно, да, очень большой урон. То, что эта тема ваншотит, это не может не радовать. И соперники просто не ожидают такого. То есть выбегает, ты даешь ему плюху и заходишь за стеночку, и он такой: че вообще, кого, куда, не понял. Ну и вот мы видим, что у Райдина, в принципе, получается более чем. То есть это нужно определенный стиль игры выдавать. То есть понятное дело, что нельзя бежать на соперника. Это скорее как такой антираж небольшой. Ну и вот посмотрите, враг уже зассал. То есть двоих он уже так убил, и третий уже не хочет ничего делать. Третий уже говорит: слушай, братишка, давай я как бы там как-нибудь сам побегаю здесь на общагах, давай мы с тобой разделим территорию. Моя правая, твоя левая, и мы вот друг с другом не бегаем рядом. Посмотрите, реально очкует его, просто убегает, боится, не знает, что сделать с Райдином, и поэтому просто валит как можно дальше. Ну, уже здания закончились, то есть дальше тебе бежать некуда, только в поле.
Ну, вот здесь вот ждет, раздамажил, может быть, это придаст ему какой-то уверенности. По идее, сейчас-то у него преимущество по ХП, и соперник должен это понимать. Но слышно, что перебежал. Райдин тоже пока что отходит. Понимает, что, естественно, с меньшим ХП не стоит выходить на оппонента, поэтому нужно подхилиться. Это он и делает. И что это такое? Что? Кого вообще? Как ты его зацепил? Выключил, выключил микрофон и ругается очень забавно и весело. Кстати, хорошая фишка. Надо будет иногда тоже практиковать. Кто-то еще слева есть? Наверху, что ли? А, да, вот он. Неожиданный месье, и похоже, что именно это мы видели в начале. Да, здесь сейчас разогревает его, достает авик и делает мега флекшот. Ну, кстати, это было крайне опасно, потому что если бы не попал, то враг мог бы его за это наказать. Но посмотрите, как он жестко дернул. Там вообще просто что-то невероятнейшее. На каком-то уже автоматизме это произошло. Это не поддается объяснению. Это только рефлексы, друзья мои. Здесь тем временем... Ха! Райден выжидает. Держит батут. Сейчас заставит соперника, который забежит туда наверх. По идее, батут он должен не увидеть и просто подлететь. Прилетает донейшн, поэтому звуки уходят. То есть для того, чтобы не было проблем по авторскому праву. Спасибо Райдину за это, что сам вырезал. И вот он, джил подлетает. Посмотрите, какой идеальный капкан. Ну, по идее, он должен был дать инфу своим тиммейтам, но все равно, сам факт, что первого он вот так вот обманул. То есть прикольная тема, да? Кидаешь смог, ставишь батут, и вот, пожалуйста, просто ждешь, пока челы будут подлетать. Посмотрите, как он угорает, как он фанится, как ему весело. Просто чуваки потеют, что-то стараются, что-то там придумывают какую-то нереальную херню. Кстати, вино фараона не взял в трупе, ну да ладно. А Брайдин просто угорает. Просто такой, типа, да ладно, чуваки, да расслабьтесь. Так, вторая попытка сделать то же самое, но уже без смока. Мне кажется, что без смока вряд ли это получится. Разогревает хаешечку. Ага, нет, слышит, что чуваки поднимаются. Подлетать им сейчас придется. Но не хотят заходить на эту крышу. Такие типа, слушай, я знаю, там нас ждет какой-то пипец. Ну его нахер. Давай как-то вот без этого. Давай просто... А, смока нет просто. Вот почему не смог сделать. Так, слышно было гранатку. Лично я слышал чеку. Вроде Райдин тоже одну разогревает. Вот он чел, посмотрите. Че придумал? Прилетает еще один донейшн. Второй тоже отправляется в полет. Райдин забирает его с АВМ. Ему прилетает $150 донатом. Что? Посмотрите, насколько он сосредоточен. Насколько ему вообще максимально не до этого. То есть сначала он разбирается с соперниками. И только потом сейчас будет охреневать от суммы доната. И кайфовать. Что-то там кричит, говорит, ребят. Ребята, что творится вообще? Вот это жестко. Да, напоминаю, что все это происходит, конечно же, на стриме. То есть он это все показывает, демонстрирует в прямом эфире. Часто вижу в комментариях спрашивают, где Райдин стримит. Многие говорят, что в ТикТоке. Это неправда, друзья мои. В ТикТоке там какой-то фейк запускает его стримы. Там у него 50 подписчиков или что-то такое. Ну, короче, это не настоящий Райдин, так что ни в коем случае не ведитесь. Данный парень стримит на Фейсбуке. Ссылочки у него есть под каждым видосом. Я ссылки оставляю в описании на его видосы, поэтому если кому интересно, найти труда не составит. Просто приложите минимальнейшее количество усилий. И что, да неужели ты сейчас сковородкой заберешь этого парня? Слышит, как он хилится, забегает в него, пытается дать ему сковородкой по щам. Получается, это очко! Сковородочное очко, друзья мои. Мега жесткое, мега бешеное. Хавает вино фараона. Полностью восстанавливает и здоровье, и бусты, и вообще все, что можно восстановить. Ну и заезжает в зону. Какая же охрененная катка. Как же круто это все вообще выглядит. Как же он исполняет, что творит этот парень. Как же приятно за ним наблюдать. Здесь, правда, что-то его не встречают. Чувак с грозы то ли не мог пострелять, то ли не сумел. Не получилось. Бывает. Савика пытался выверить, не вышло, ну да ладно. Забираем его, еще донейшн. Просто как же ему сыпятся на этой катке. Просто как же ему залетает. И в плане стрельбы, и в плане донатов, ну, можно только порадоваться за этого парня, конечно же. Респект, конечно же, тем парням, кто донатит, это всегда круто. Тем, кто поддерживает своего там любимого контент-мейкера, стримера, это огромнейшее, огромнейшее уважение. Справа, мне кажется, кто-то топнул, или мне показалось.
Я не думаю, что есть что-то, что Райдин не заметит в этой катке, но тем не менее, вроде я какой-то звук в правом наушнике слышал, ну, может быть, показалось, может быть, там что-то... Кто-то умирал и предсмертный хрип вот издал перед собой. Тем временем, посмотрите, друзья мои, 9 игроков на такую небольшую зону, то есть здесь прям довольно жестко... Ой-ой-ой, неприятно. Парни ждали его за камнем. Вообще очень плохая позиция здесь сейчас у Райдина, неизвестно... Как из нее выпутаться, что вообще здесь делать? Придется, похоже, что действительно плавать. Первый чел вылазит, его напрягают, благо есть стеночки, можно поставить, но слева же еще кто-то есть. Ага, нормально, все забаррикадировался. Разогревает хаешку, ну и тут он пока что окружен со всех сторон. Это явно не то, чего стоит хотеть. Ну и нужно по очереди разбираться с оппонентами через нижнее вот это вот... Окошечко нокает первого. В теории можно было бы попытаться туда подтянуться. Может быть, гранату какую-то закинуть. Может быть, еще что-то. Но нет, ребята не в зоне. Ну и у Райдина позиция, конечно же, тоже оставляет желать лучшего. Там чел впритык прямо перед ним был. Или мне показалось? Да не могло показаться. Вот этот парень из воды, который вылазит, нет? Ага, так. Чувак справа с юмпа. А, не, это камень был. Нокнул игроков за камнем слева. Они пытаются отстреливаться. Райдин пробрасывает тем временем хаешку, заходит в ОЛГ. Отличнейшая хаешка, забирает двоих. Да, вот он водный, этот самый чувак. Забирает и его, по-моему, Райдин. Не-не-не, застилили. Ладно, бывает, ничего страшного. Остается один против четверых, двое слева. И вот еще кто-то справа. Нет, наоборот, двое справа. Одного слева забрал, и второй тоже. Там вот пытается накидать, ой-ой-ой, в щелочку накидывают по Райдину, вынужден куда-то отойти, да ладно, блин, как это обидно так умирать. Ас-доминатор, друзья мои, как я и говорил, конечно же, тут как бы без вариантов, без каких-то еще альтернатив, так скажем. Ля, нормально отошел, бывает. Но все равно это была мега жесткая, мега крутая катка. Но одной нам маловато. Поехали смотреть вторую. 36 игроков прыгнуло с ними. Ни хрена себе там народу. Вот это жестко. Ну, матч был прям очень-очень крутой. Единственное, что, конечно, с позицией прям сильно не завезло. И оказался в бутерброде. Два различных противоборствующих коллектива. Просто по нему накидывали. Ой, что за лаги пошли. Вот тебе и новый iPad. Или наоборот, на старый пересел. Не совсем я вот понял. Или это пинг был, или еще что-то. Не знаю, но явно что-то было странное. Лагало как-то. Окей. Слева топают. Нужно подойти, что-то сделать. Разогревает хаешку, меняет сразу же на оружие. Красавчик! Не стал заниматься никакой херней. Замечает еще одного человека, разбирает и его. Там тем, мы тем временем попытался помочь, но оказалось ненужным. С гранатой все крайне верно сделал. Ну и тут похоже, что что-то неурожайная локация была, 36 игроков, хотя вот Райдин убил только шестерых. Может, еще там парочку забрал тиммейт, но все равно какого-то огромнейшего количества фрагов мы здесь не наблюдаем. Ну, видимо, игроки просто перебили друг друга. Посмотрите, как же жестко у него залетает стрельба с эмки. 2х прицела, замечает еще одного. И вон еще четвертый там бегает, его тоже надо бы забрать. Давай, да, хорошо. Успевает, или нет, подожди, нет, это тиммейт его нокнул, блин. Не вовремя вылезла вот эта оповещалочка. Райдин не собирается его отпускать, тут же перепрыгивает. Отличнейший контролирует своего персонажа. Слышит, где находится соперник. Ставит под себя батут, выбегает внутрь. И вот он чел, да, свидания. Братишка. А их тут, оказывается, даже было двое. Ну и на этом вроде как бы все. Поехали на поляну. И тут кого-то ищут. Ну, по идее, кого-то слышали. Да-да-да, то есть должна быть какая-то инфа. Не просто так Райдин достал ДБС. И здесь тиммейт еще тоже по кому-то накидывает. То есть тоже якобы что-то должно произойти. Крюк-кошка не пропнул. Не повезло немножечко. Поэтому приходится лететь. Да можно прям, да, в окошко залетать. Посмотрите, воу, как четко залетел. Ну, там уже тиммейт, правда, зашел. Но, тем не менее, если бы тиммейт не справился, Райдин бы тут в спине оказался. Гляньте, даже... А, нифига себе, это что за чит? Вы видели, когда ты залетаешь с пушки, стекло не разбивается. То есть, тебя игра не засчитывает вообще как модельку игрока. И ты просто... проваливаешься сквозь, и это может быть довольно неожиданно. То есть, если соперник не наблюдает за этим, ты довольно быстро залетаешь, плюс это не слышно.
Можно так удивить оппонента и неожиданно ворваться. Не знал, честно, этой фишки про окно. То есть, получается, залетаешь вообще без звука. Ой-ой-ой, посмотрите, какие жесткие челы, как же они круто зонят Райдина. Тем временем тиммейт спрыгивает вниз, пытается поднять. А получится ли? Может, гранатой как-то себя оградить? Потому что просто так, я не думаю, что эти челы отпустят. Да-да-да, посмотрите, тут же прижимают, но тиммейт перестрелял. И теперь 1-1 по нокам. А еще один чувак забегает слева. Тиммейт тоже отлично справляется. И держит Райдина на нормальном хп. Хорош тиммейт. Слушайте, впервые в жизни вижу, чтобы тиммейт не был бесполезным. И наоборот, не тянул тебя на дно, а прям затащил ситуацию, помог, и реально все качественно сделал. Ля, красавчик. Тем временем Райдин понимает, что не время для подхила. Нужно сейчас использовать численное преимущество. Отбегает, но все-таки аптечку схавать-то надо. Нет, все равно не может устоять перед тем, чтобы не развалить пару кабинетов. И это именно и происходит. Дает инфу о соседнем доме. Тиммейт, по идее, особо сейчас торопиться не должен. Все, Райдин подхиленный, можно теперь опять же агрессировать, прогрессировать. Ну, единственное, что можно было, конечно же, схавать еще аптечку какую-то. Ой, точнее, болик. Но и без этого, в принципе, нормально. Все, пошла карательная экспедиция. Чуваки вообще не ожидали, что так жестко, так быстро. Они такие: так, что, не понял, мы же вели вроде. Мы там одного нокнули, а их всего двое. А как так случилось? А вот так, друзья мои, надо было дожимать. Не получилось у вас. Все, соперники поняли, что опять же здесь ловить нечего и надо валить. Именно это мы сейчас и видим. Но вроде кто-то еще остался в соседнем здании. По крайней мере, по инфе тиммейта. Райдин забегает. Берет первого, там еще второй ног есть от друга, поэтому вот этот чувак, по идее, должен быть последним, и это двадцаточка. Блин, нужен еще один где-то. Как же, конечно же, ДБС овнит вот в зданиях. Это просто смертельное оружие. Вообще без шансов. Тиммейт, кстати, тоже неплохо так настреливает, не отдает фраги, то есть нет подсосничества. Добивает это очко! Хорошо. Вовремя боялся пропустить. Но здесь достаточно длинное окошечко было. Надо было прям сильно быть невнимательным, чтобы прошляпить. Кто-то еще есть, да? Не, вроде со всеми разобрались. А, вот он последний. Да, слушайте, у тиммейта вроде в районе десятки уже должно быть. То есть на двоих там 30+. Нас доминаторе, напоминаю, друзья мои, опять же. Не стоит преуменьшать ранга, да? То есть здесь каждый чувак, ну, как минимум за двоих обычных можно считать. Ну, за полтора уж прям 100%. Ладно, не за двух. Слева еще какой-то тип. Райдин и по нему накидывает больно. Ну, по идее, можно просто угол брать. То есть тиммейт тебя прикрывает. А ты бежишь вот куда-то налево. Ага, тоже, опять же, обратите внимание, не собирается выходить в поле. Держится укрытие, пусть и берет меньше угол, но, тем не менее, ничего страшного. Зато, если по ним еще кто-то начнет стрелять с тех же починок, или с холма, или еще откуда-то, то это хотя бы можно будет отыграть. Соперник пробрасывает молотов, притом идеально, куда-то наперед. Я не знаю, то ли это был хреновый молотов, то ли это был гениальный молотов. Он его бросил специально через верх. Райдин как бы видит, что в него что-то летит, бежит вперед, а на самом деле молотов летит именно вот туда, куда он бежит. Ну, типа, если это возможно предугадать, то я не знаю, что это за ванга там. На сопернике, уф, как хорошо на развороте настрелял. И последний, мы знаем, что там за камнем. Не будет вообще, я думаю, ни малейшего труда с ним разобраться. Райдин выбегает, ставит перед себя первую стенку, вторую, байтит чела. И ему опять же прилетает донат. И прямо во время этого доната он забирает себе топ-1. 25 фрагов, 75 баксов. Да как же жестко, как же ему круто прилетает. Друзья мои, вот такая катка. Мега геймплей, как всегда, от этого парня. Безумно приятно смотреть. Надеюсь, вам понравилось. Спасибо огромнейшее. Напоминаю, что я каждый день стримлю на Твиче. Буду рад вас очень там видеть. Сегодня у нас будет розыгрыш. Поэтому приходите, шанс будет у каждого. Всем быть обязательно. Ссылочка в описании, напоминаю. Ну и просто вам здоровья, добра, удачи, всего самого наилучшего. И, конечно же, следующее видео уже совсем скоро.